Череду праздничных мероприятий в День России продолжил марафон патриотизма, организованный представителями городской администрации. Около 1000 саратовцев с огромным флагом страны в руках пробежали от Московской до набережной Космонавтов. В мероприятии приняли участие студенты вузов, спортсмены и жители города Саратова. Стоит отметить, что флаг, который на протяжении всей дистанции бегуны держали в руках, был рекордных размеров. Сопровождалась пробежка исполнением гимна России. На время марафона центральная улица города была временно перекрыта для движения автомобилей и общественного транспорта. За безопасностью участников следили сотрудники полиции. На протяжении всей дистанции саратовцы встречали бегунов бурными аплодисментами. По словам марафонца Маргариты Мамаевой, к предстоящей пробежке она готовилась несколько недель. Участие в этом праздничном мероприятии стало для спортсменки почетным. Очень интересно, какие-то позитивные эмоции получаю, заряд энергии какой-то. Вот. Ну, патриотично, чувствую патриотизм, как-то, ну, какая-то вот гордость какая-то вот за родину. Параллельно с бегунами из Парка Победы стартовал байкерский пробег и парад национальностей. Участники последнего были одеты в костюмы различных народностей. Продолжились праздничные мероприятия на набережной Космонавтов. Здесь для горожан были организованы различные спортивные площадки и мастер-классы. Также в рамках празднования Дня России на Волге прошла парусная регата. Завершились мероприятия ярким салютом с одной из барж.